Правозащитники утверждают, что высылка двух этнических казахов обратно в китайские лагеря перевоспитания чревата для них смертью. Гражданские активисты не исключают массовых акций протеста граждан Казахстана против решения своих властей. Если мы не заступимся сейчас за них, мы не сможем себя когда-нибудь защитить. И в этой связи позиция нашей власти просто позорная. Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на 4 года. Если РУСАДА решит подать апелляцию, у них есть 21 день, чтобы передать ее в спортивный арбитраж. В Бишкеке националисты провели акцию «Нация выше прав». Таким образом, ультраправые призывают женщин к морали и выступают против обнаженного женского тела, даже в искусстве. Давайте проведем небольшую акцию «Флешмоб». Я прокричу «Не раздевайся», а вы ответите «Позор». В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В бишкекской студии я, Дарья Тимофеева. Здравствуйте. В Казахстане могут начаться акции протеста в защиту этнических казахов, двух беженцев из Китая. Об этом сегодня заявили общественники и гражданские активисты. Их возмутило недавнее выступление замглавы Комитета национальной безопасности, где было сказано о возможной передаче Мурагера Алимулы и Костера Мусакана властям Китая. Если это случится, общественники не исключают, что может начаться новая волна митингов. Шалпана Разбекова продолжит. Казахстанские общественники призывают сограждан заступиться за двух беженцев из Китая – Мурагера Алимулы и Костера Мусахана. Они возмущены недавним заявлением представителей КНБ о возможной выдаче двух этнических казахов китайским властям. Активисты уверены, бегство из страны, где остались семьи, для Алимулы и Мусахана – это вынужденная мера. Подобная позиция официального Нурсултана может дискредитировать страну. Если мы не заступимся сейчас за них, мы не сможем себя когда-нибудь защитить. Это огромный вызов. И в этой связи позиция нашей власти просто позорная. Это не первый случай. Сарагуль уехала, не смогла здесь найти свое отечество. В минувшую пятницу на YouTube-канале Комитета национальной безопасности было опубликовано интервью замглавы ведомства Дархана Дельманова, где он прокомментировал дело бежавших из Китая двух этнических казахов. Дельманов отметил, что после расследования уголовного дела и завершения судебных разбирательств граждан Китая Мурагера Алимулы и Костера Мусахана могут передать китайской стороне как нарушителей. Однако общественники заявили, что в этом случае казахстанские власти пошлют их на верную смерть. Если Костеру и Мурагеру будет грозить опасность передачи их Китаю, то ранее прошедшие митинги могут показаться просто безобидными. Я думаю, вот тогда поднимется весь народ, вся общественность и вся страна. Я считаю, что казахский народ готов вступиться за этих парней. По мнению адвоката Баужана, заново депортация Алимулы и Мусакана как преступников не может быть произведена хотя бы по той причине, что у подследственных уже есть законное право оставаться на территории Казахстана. Беженцы успели подать и даже получить свидетельство лица, ищущего убежище. Оно и защищает их права. Самое главное, что само свидетельство лица, ищущего убежища, дает за ними право, соответственно, оставаться на территории Казахстана законно. Они на настоящий момент, начиная вот с октября месяца, да, находятся на территории Казахстана законно абсолютно, да, ждут рассмотрения вопроса о предоставлении им статуса беженцев. И, естественно, при таких обстоятельствах их невозможно выдать или депортировать в ту страну, откуда они бежали. Сюда за убежищем. К слову, большинство рядовых казахстанцев поддерживают мнение общественников, но есть и те, кто против. Зачем они нужны? Это бездельники все, которые вот там не нужны, здесь не нужны. Вот мы набрали 1,5 миллиона почти. Нормально там в Китае живут. Хорошо. Есть одна казахская пословица, смысл которой заключается в том, что если мы сейчас за них не вступимся, то это может случиться и с нами. Эти двое ребят пришли просить защиты у своего народа, у своей нации, у своей исторической родины. Почему мы должны их возвращать? Нельзя их передавать Китаю. Нарушать государственные законы нельзя. Пересечение границы – это преступление, конечно. Но в этой ситуации каждую историю нужно рассматривать индивидуально. Напомню, этой осенью два этнических казаха без документов бежали из Китая. Сначала они рассказали журналистам в Алматы о давлении в Синьцзяне и только потом добровольно сдались казахстанским властям. Во время следствия они рассказали о причине бегства. В Синьцзяне им грозило тюремное заключение в лагере, и поэтому они решили просить убежище у Казахстана. Между тем, в Комитете национальной безопасности от комментариев по поводу реакции общественности на интервью Дельманова отвечать отказались.
Шолпан Урозбекова, Ганизат Успанов и Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия, Казахстан. О ситуации вокруг этнических казахов, которые сбежали из Синьцзяня, мы поговорим подробнее. С нами на прямой связи правозащитник Галым Агилеов. Галым, добрый вечер. Общественники уже и раньше заступались за этих двух беженцев из так называемых лагерей перевоспитания в Синьцзяне. Несмотря на шумиху в прессе, реакции от властей никакой. Как вы считаете, почему? Ну, потому что наши власти, они пытаются дружить и оказывать лояльность в отношении китайских властей и не демонстрировать какое-то противоречие. И поэтому в контексте вот этих хороших отношений они пытаются выдерживать, делая себе мину, закладывая мину, потому что вопрос стоит об этнических казахах. Да, они граждане Китая, но в данном случае это как раз тот детонатор, который может объединить очень многие силы в стране в защиту этих людей. Вокруг другой известной беженки из Синьцзяня, Сайрагуль Саутбай, шуму было гораздо больше. Много критики высказано и со стороны международных правозащитных организаций. Тем не менее, ее история закончилась ничем. Она получила шведский вид на жительство и уехала из Казахстана навсегда. Как вы считаете, усилится ли критика Казахстана теперь со стороны мирового сообщества? Если вдруг власти Казахстана выдадут этих двух беженцев Китаю, действительно, это противоречит конвенции о статусе беженцев 1951 года, которую мы ратифицировали. И, соответственно, мы не соблюдаем международного права, которое мы обязаны соблюдать, который имеет приоритет в нашей стране, и поэтому, естественно, это будет очень большая негативная реакция по отношению к властям Казахстана. И это будет подрыв имиджа и уважения к нашей власти. Галым, двое этнических казахов утверждают, что в случае их отправки обратно в Синьцзянь их ждет смерть. Как вы полагаете, насколько это реально и берут ли во внимание этот аспект казахстанские власти при принятии решений сейчас? Казахстанские власти как раз и пытаются играть. Они говорят о том, что заявление Токаева, посмотрите, Deutsche Welle и в другие заявления, что нет, не угрожает именно этническим казахам и мусульманам, не ломается их идентичность, что Китай проводит свою политику по объединению и сближению культур. То есть это имеет место, но мы прекрасно знаем много примеров, когда действительно они содержатся против воли этих людей в этих лагерях перевоспитания. Семьи многие разлучены, дети живут отдельно от родителей. То есть нарушается очень много конвенций, очень много законов, которые должны соблюдаться в нормальном обществе. И поэтому, естественно, им угрожает смерть, потому что по законам Китая разглашение секретной информации или даже бегство из страны – это уже 8 лет, а за разглашение каких-то секретных сведений грозит смертная казнь. То есть это возможно. Галым, еще поэтому такой вопрос. Вот в чем вообще проблема предоставить этническим казахам казахстанское гражданство без каких-либо разбирательств? С чем это чревато для Казахстана? Во-первых, это приведет к резкому ухудшению отношений с Китаем. И поэтому обязательно будет судебный процесс, на основании которого будут выявлены все нюансы, есть ли действительно какие-то моменты, смягчающие или отягчающие в действиях этих двух беженцев. Но в любом случае они уже по международному праву, так как они получили свидетельство лиц, ищущих убежище, они уже не могут быть выданы Китаю. И даже по решению суда, как бы оно ни звучало, на основании приоритета международной конвенции о статусе беженцев, они будут либо оставлены в Казахстане, либо они смогут уехать в третью страну. Поэтому адвокат Бауыржан Азанов, он совершенно прав. Галым, то есть вы верите, что их вышлют в итоге обратно в Китай, у нас буквально 30 секунд.
Я думаю, нет. Если есть уважение со стороны наших властей к международному праву, которое они, конечно, законы очень многие были против прав человека в нашей стране, но это очень важная конвенция, которая имеет обязательный характер для наших властей. Поэтому они хотят, они не хотят этого, но уважая подписанные соглашения и законы, они сделают в соответствии с международным правом и дадут возможность людям получить статус беженца и, соответственно, либо остаться в Казахстане, либо уехать в третью страну. Галым, вам большое спасибо за беседу. Всего доброго. Тотальная проверка. Правоохранительные органы собирают отпечатки пальцев всех продавцов крупнейшего в Таджикистане рынка «Карвон». По приблизительным данным, там работают 7500 человек. Тотальную дактилоскопию СМИ связывают с недавним нападением на погранзаставу «Ишкобод» на границе с Узбекистаном. Ранее сообщалось, что организатором нападения был бывший предприниматель с рынка «Карвон». Незадолго до атаки он продал свою торговую точку, а вырученные деньги потратил на подготовку теракта. Накануне администрация рынка предупредила всех предпринимателей о сборе отпечатков пальцев и проверке документов. Как стало известно, кроме этого, милиция также собирает всю информацию о работающих на рынке. Возраст, место рождения, место проживания, патент на работу, разрешение на предпринимательскую деятельность и номер телефона. Представитель МВД Таджикистана в беседе с корреспондентом радио ОЗОДИ заявил, что проводимые мероприятия связаны с мерами по обеспечению безопасности. Патент на работу, сертификат, лицензию – все документы проверяют. Только потом разрешают работать. Если нет документов, то закрывают точку. Перед снятием отпечатков пальцев мы все заплатили по 6 сумуни в филиале Аманатбанка на рынке. Нас попросили иметь при себе патент на работу. Администрация рынка не говорит, для чего это делается. Нам сказали, мы пошли и сдали отпечатки. Я напомню, боевики атаковали погранзаставу Ишкобод рано утром 6 ноября. По информации Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, уничтожены 15 нападавших, еще 5 задержаны. Власти на данный момент подтвердили гибель только 2 силовиков. Однако, по информации радио ОЗОДИ, погибли не менее 6 пограничников и 1 милиционер. Россию на 4 года отстранили от крупнейших международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Такое решение приняло Всемирное антидопинговое агентство. Кроме того, Россия не сможет в ближайшее время принимать крупные международные турниры. Подробности у Александра Касаткина. Единогласно исполком ВАДА проголосовал за признание российского антидопингового агентства несоответствующим антидопинговому кодексу. В итоге, по стандартам Всемирного агентства, Россия 4 года не сможет проводить международные соревнования и участвовать в них. Российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом и без гимна, если смогут индивидуально доказать, что не принимали допинг. России дали все возможности для того, чтобы она навела у себя порядок и присоединилась к борьбе против допинга в мире. Это было бы хорошо для российских спортсменов и для чистоты спорта. Однако она выбрала иной путь. Это запрет против России, который защищает права тех российских спортсменов, которые могут доказать, что они никаким образом не замешаны в скандале с допингом. Новые санкции ввели после обнаруженных манипуляций с базой данных Московской лаборатории. Россия обязалась передать ее международным экспертам как одно из условий возвращения статуса российскому агентству осенью прошлого года. В этой базе хранится информация о пробах российских спортсменов с 2012 по 2015 год. Если бы там нашли данные о положительных результатах анализов на допинг конкретных атлетов, то именно они понесли бы персональную ответственность, а не Россия в целом. Однако, как утверждают эксперты ВАДА, из базы удалили сотни файлов с информацией о тестах. К тому же многие правки вносили уже в последнее время, после начала расследования. До вступления решения в силу Россия может подать апелляцию. Я должен сказать, что отсчет 4 лет начнется, когда решение окончательно вступит в силу. Поэтому, если РУСАДА решит подать апелляцию, у них есть 21 день, чтобы передать ее в спортивный арбитраж. И тогда решение вступит в силу только после решения арбитражного суда. В 2016 году ВАДА выпустила доклад о том, как российские спортсмены массово использовали допинг во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. При этом чиновники покрывали их на самом высоком уровне, начиная с министра спорта Виталия Мутко.
Независимая комиссия обнаружила у 15 российских медалистов Сочинской Олимпиады 2014 года вероятную подмену допинг-проб. На основании этих данных от Олимпиады в Бразилии 2016 года были отстранены многие спортсмены сборной России и вся паралимпийская сборная. Кроме того, некоторые атлеты лишились уже завоеванных медалей. На следующей Олимпиаде в Южной Корее в прошлом году спортсмены из России могли выступать только под нейтральным флагом. Российские власти продолжают последовательно отрицать государственное участие в использовании допинга. В Кремле называют сфальсифицированными результаты расследований и обвиняют ВАДА в политизации вопроса и недобросовестной конкуренции. Александр Касаткин, «Настоящее время». Смотрите далее в нашей программе. В Бишкеке националисты провели акцию «Нация выше прав». Таким образом, ультраправые призывают женщин к морали и выступают против обнаженного женского тела, даже в искусстве. Давайте проведем небольшую акцию «Флешмоб». Я прокричу «Не раздевайся», а вы ответите «Позор». Очередная волна амнистий в Центральной Азии. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов помиловал 528 человек по случаю Дня нейтралитета. Как сообщает государственное информационное агентство страны, все эти люди освобождаются от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде обязанности проживания в определенной местности. Несмотря на то, что амнистии в Туркменистане объявляются регулярно, политзаключенные в число освобожденных обычно не попадают. Нынешний – это уже четвертый акт амнистии, подписанный туркменским президентом в 2019 году по случаю знаменательных дат. В последний раз в сентябре он амнистировал 868 человек по случаю Дня независимости. До этого в мае, во время месяца Рамадан, на свободу вышли 764 человека. А в марте по случаю Навруз-Байрама были помилованы 2028 человек. Тем временем международные правозащитные организации регулярно указывают на насильственные исчезновения в местах лишения свободы. Согласно данным международной кампании «Покажите их живыми», в тюрьмах Туркменистана пропали без вести более 120 человек. Список пропавших без вести включает известных оппозиционеров и бывших высокопоставленных чиновников. В свою очередь, президент Узбекистана Шавкат Мирзияев также подписал указ о помиловании. В связи с 27-летием принятия Конституции страны помилованы 92 гражданина, из которых 79 являются лицами, осужденными за участие в деятельности запрещенных организаций. 20 человек освобождаются от наказания полностью и 37 условно-досрочно. За неподобающую прическу хлыстом по спине. Таджикский сегмент соцсетей последние дни обсуждает видео, где учительница средней школы бьет своих учеников. Видео было снято на юге страны. Радио Зоди выяснило, что на этих кадрах учительница языка и литературы Дильбар Абдухакимова. Между прочим, педагог с 20-летним опытом работы. В интервью она сказала, что хотела таким образом наказать нерадивых учеников, которые постоянно нарушали дисциплину и не следили за своей прической. Однако на кадрах можно увидеть, как Абдухакимова бьет школьников неизбирательно. Большинство учеников коротко выстрижены, но все же получают хлыстом по спине и ногам. «Смотри на них. Не могу не бить этого. И этого тоже. Иди сюда. Сюда иди. Куда ты убегаешь? Куда?» Поразительно, что ни один из родителей не пожаловался руководству школы. Тем не менее, в районном отделе образования приняли в отношении педагога дисциплинарные меры. Там назвали действия Абдухакимовой непедагогическим поведением, объявили ей замечание, но увольнять не стали. В стране острая нехватка учителей. Впрочем, если подобный инцидент повторится, Абдухакимовой грозит реальное увольнение. Интересным в этой истории является еще и то, что помимо самой Абдухакимовой, Рая дел образования наказал также и другую учительницу, которая снимала противоправное действие своей коллеги. По этому поводу многие пользователи соцсетей выразили свое недоумение. В Бишкеке националисты провели акцию «Нация выше прав». Ее организаторы считают, что кыргызские женщины в последнее время стали забывать про национальные ценности. Инициативу ультраправых поддержал и министр культуры страны. Джебек Бегалиева подробнее о том, что именно так возмутило кыргызстанских активистов.
кичная акция, флешмоб. Давайте проведем небольшую акцию флешмоб. Я прокричу: не раздевайся. А вы ответите: позор. Чечембея! Нет! Чечембея! Нет! Еще один слоган акции огромными буквами развернут на автобусе. Даже если ты развелась, не выбивайся из толпы. Примерно так переводится древняя кыргызская поговорка. Эти люди в национальных костюмах разъезжают по Бишкеку и призывают кыргызских женщин к морали. Некоторые говорят: мое тело – мое дело. В обществе превыше всего должны стоять вопросы нравственности и морали. У нас ведь есть такие понятия, как благопристойность и послушание. Например, невестка должна слушаться свекровь и мужа. Так мы сохраняем институт брака. Одна из тех, кто так возмутил организаторов автопробега за высоконравственность кыргызов – Азиза Бердибаева. Неделю назад она устроила в Фейсбуке неожиданную акцию протеста. Азиза сфотографировалась обнаженной, а интимные места прикрыла плакатами с политическими требованиями. Своей фотографией я просто хотела показать, что люди отвлекаются на какие-то неважные вещи, о том говорят, что как, какие-то моральные стороны очень важны. На самом деле, не понимая, что нашу страну, что разрушает на самом деле нашу страну, что наша экономика страдает из-за того, что постоянно люди воруют, потому что постоянно коррупция. То есть это самая важная сейчас проблема. Про коррупцию Азиза действительно много чего знает. Она экономический журналист. В своем посте Азиза имела в виду бывшего замглавы таможни Раима Матраимова, который может быть связан с международными схемами по отмыванию денег. Журналисты уже нашли и показали его дорогую недвижимость за границей, а местные власти все еще не могут закончить проверку чиновника. Если внимание к проблеме в нашей стране можно привлечь только голым телом, окей, своим голым телом я привлекаю внимание к проблеме, которая по-прежнему остается нерешенной. И пусть мое тело не такое эффектное, как у девушки на выставке, но мне как-то все равно. Я хочу такой же молниеносной реакции по делу миллиона, какая была вчера по поводу выставки. Про бывшего таможенника в последнее время в стране действительно стали говорить много. Но обнаженное тело журналистки и скандал с откровенной выставкой в музее перед этим все равно никак не забываются. Все началось с первой биеннале, которую организовали местные феминистки. Среди сотен экспонатов большинство – арабском труде женщин, о том, как их до смерти сбивают, а потом их самих же в этом же обвиняют. Но внимание кыргызстанцев привлек перформанс датской художницы. Она прошлась по залам полностью обнаженной. У музея тут же собралась толпа мужчин. Некоторые даже были с плетками. Потом директора учреждения уволили, а некоторые экспонаты с выставки приказали убрать. Теперь они стоят в бишкекском коворкинг-центре. Были гости, которые не являлись, допустим, нашими резидентами, но чаще всего это были иностранцы, на удивление. Они приходили, получается, прямо вот ради этой выставки заходили в это помещение, рассматривали, разглядывали, все прям очень заинтересованы были в этой выставке. Здесь висит все, что оскорбило министра культуры на выставке. Женские трусы с датами легализации абортов в разных странах и изображение женщины, которую много лет бьет муж. Кыргызские духовные скрепы, по мнению чиновника, надо укреплять по-другому. Как именно, Азамат Джаманкулов рассказал во время той самой акции «Не раздевайся, позор», которую чиновник торжественно открывал. Джибек Багалиев, Азамат Алжибаев. Настоящее время. Азия. Бишкек. Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале «Настоящее время» в YouTube. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Меня зовут Дарья Тимофеева. Всего доброго. До встречи.